Всем привет, пользователь из Москвы прислал мне, значит, сообщение, что никак он не мог скачать мою сборку с Меги. Ну, пишет, что да, может быть, сборка и хорошая, но, как говорится, Мега, бесплатное хранилище в Новой Зеландии, который дает 50 гигабайт свободного дискового пространства бесплатно. Полное, ну, читаете, да? Так вот. Ну, тут, значит, ему был один совет. Значит, был другой совет. Мы, в конце концов, договорились до того, что он, значит, уже автора, значит, обвиняет, что вы хотите сказать, что таким образом вы зарабатываете, завлекаете абонентов для дерьмохостинга. Ну, могу, как говорится, разочаровать. Ни копейки я с этого дела не имею. А только один нормальный, как говорится, резон. 50 гигабайт бесплатного пространства. Так вот, мне большую часть сборок пришлось с Меги поудалять, и все равно, посмотрите, у меня осталось свободно только 15 гигабайт. Это несмотря на то, что я практически поубирал дебиановские сборки. Ну, практически все, кроме Linux. Был у меня и Linux Lite, там, да много чего было. Ну, что просто не хватало места. Так вот, понимаете как, все не было бы так смешно, когда бы не было бы так печально. Вот другой пользователь, значит, пишет, что случилось с мегахранилищем. Все сборки там зашифрованы. Значит, ну, я ему отправил новую ссылку. Ну, он спрашивает, а в остальные сборки Манджару, Убунту, Зорин, там Дебианы просто уничтожили или принесли другое хранилище Мега? Я ему честно ответил, оставил только Минт. Ну, человек пишет, печально, столько труда уничтожено. Можно было бы на новую Мега все это закинуть, или наоборот сделать новую Мега чисто для Минт. Ну, короче, я ему ответил так. Посмотрите статистику сайта. Вот давайте посмотрим статистику основного сайта. Так. На сайте, значит, имеется у меня опросник, который учитывает, скажем так, мнение людей, пользователей по различным аспектам, там, по программе SystemBug, о том, кто предпочитает какие дистрибутивы. Вот смотрите, 60% всех пользователей предпочитают Linux Mint всем другим сборкам Linux. Сборкам, там, официальным дистрибутивам и так далее. Вот. Зайдите на сайт, посмотрите сами. Поэтому, когда вопрос вставал о том, как расчистить место на кладовочке и оставить на ней все самое необходимое, естественно, было оставлено только вот самое жизненно важное. Обратите внимание, что сборки сделаны, в принципе, первое, для того, чтобы человек без особого труда мог ее скачать, установить и начать сразу на ней работать.
когда он освоится, поймет, что да как, начнет интересоваться, он там уже сам может скачать себе и дистрибутив, и настроить его там по урокам. Потому что основы у нас тут вот есть, и тут все для начинающих есть. То есть практически все дано нормально. Пошли дальше. Значит, над данной темой работает 3 человека. Значит, Сергей из России, Сергей из Украины и я из Англии. И мы этот, как говорится, лоз потихонечку на себе тянем. Каждый знает свои обязанности. И, собственно говоря, справляется с этим делом неплохо. И почитайте, что на главной странице сайта написано. Что вот для чего сайт предназначен. Еще раз подчеркну, что сайт предназначен для русскоговорящих людей. Не для жителей там города Москва, там Санкт-Петербурга, там, я не знаю, там Новосибирск или так далее, а для русскоязычных людей, которые могут жить в любой точке земного шара, но которые говорят и пишут по-русски. Вот и все. То есть у нас здесь политика абсолютно, как говорится, прозрачная. Так вот, все вот эти вот жалобы и вопли на то, что, значит, кто-то там какие-то там копейки, что-то там, значит, зарабатывает. Ну, сами понимаете теперь, что это все дело необоснованно. Но скажу вам следующее. Вот многие из вас, когда предоставлялось место кладовочки там по 100 гигабайт на Яндексе там или еще где-нибудь там или на других русских хранилищах, вот кто-нибудь из вас не поленился предложить просто в дар кладовочку для русскоязычных людей, откуда бы каждый мог скачивать свои любимые сборки, и тогда бы и сборок было бы достаточно, как говорится, и места было бы достаточно, и так далее. А сайт наш абсолютно, как говорится, бесплатный. Мы ничего там с этого не имеем. Я поставил рекламу на видеоролике. Там с нее какие-то там паршивые копейки капают. Тут потерял свой мобильный телефон. Я раньше перечислял деньги на WebMoney. Там раз в несколько месяцев. И переводил их Сергею, чтобы он мог за поддержание сайта платить. А мне WebMoney, как говорится. А потеряли номер, значит, телефона. Значит, все, мы ваши данные не установим. Хотя там у них мои паспортные данные, там и копия паспорта, и все, и все, и все. Нормально, да? То есть для общества делаешь, а когда что-то, даже тот же сайт поддержать для русскоязычных людей, и получаешь, как говорится, в итоге комбинацию из 3 пальцев. Дальше. Вот вам покажу еще другую интересную штучку. Поглядите-ка сюда. Это вот состояние дел на сегодняшний день канала. Значит, дашборд. Врать далеко не буду. Вот на сегодняшний день, на 6 декабря 2016 года, значит, начиная, по-моему, с января прошлого года, ролики просмотрело 844 тысячи человек. И 4 тысячи из них стали подписчиками. Вот, как говорится, из всей этой массы
кто-нибудь в России нашел парочку приличных спонсоров, людей, которые, сказать, радеют за все, за русский язык, за русскую культуру, которые могли бы просто-напросто стать официальными спонсорами нашего веб-сайта, с которыми мы могли бы сотрудничать. И ради бога, у нас появились бы тогда другие возможности, и видеоролики были бы более качественные, и, допустим, команда наша смогла бы уделять больше времени, значит, сайту и так далее. И, может быть, тогда свои бы платные хранилища мы бы сделали, там не яндексовские, там никакие, а просто прикупили бы достаточное место, чтобы у нас своя там огромная кладовочка, с которой люди могли бы там спокойненько себе эти сборочки скачивать, знакомиться с ними и так далее. А, всего три человека. Один модератор из России, Сергей. Он смотрит за порядком на сайте. В каком плане? У нас имеется хороший форум. Ну и здесь в основном, конечно, Сергей, ну, скажем так, у нас Сергей, он является модератором. Вот. Значит, другой Сергей, значит, из Украины, человек пенсионного возраста, ликвидатор аварии Чернобыля. И человек за это здоровье пострадал. Но, несмотря ни на что, вот сделал вот такой вот прекрасный сайт, подобрал движок, придумал оформление, поддерживает его в нормальном состоянии. И все это, как говорится, за наше, за русское, это спасибо. И когда вот, понимаете, вот, вы хоть думайте порой, что пишете. Ведь, ну, нормальный же сайт, нормально все рассказано, показано, разжевано. Да не моги, тут даже читать не надо. Вот взял, посмотрел, как говорится, и делай. Ну, что-то у тебя не получается, зашел на форум, вот, на форуме пообщайся с людьми, вот тут темы, посмотрите. Вот, все, масса. И сообщения там можете там почитать, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. И вопрос там задать. И пользователи-то очень дружелюбные. Ну, правила очень простые. Нормативная лексика русского языка. Не ругаться друг на друга и не оскорблять друг друга. Все. И не ругаться, скажем так, матом. Все, нормально. Заходите, регистрируйтесь, общайтесь, задавайте друг другу вопросы. Потому что я не Господь Бог, я на все вопросы ответить не могу. Вот кто-нибудь за все это время смог из вас, допустим, взять и предложить сайту вот такую поддержку, что а вот у меня есть знакомый спонсор, а вот я ему скажу, он человек хороший, любит там русскую культуру и так далее. И, значит, вот он будет вам помогать, значит, да господи, мы ему там любую справку на это дело нарисуем, потому что это дело законное, это легальное, как говорится, не криминальное. Делается это для русских людей, для русскоговорящих. Кто-нибудь, когда-нибудь из вас над этим задумывался? Так что вот у меня к вам, скажем так, свое маленькое фека автора тоже, значит, имеется. И для меня, допустим, из какой человек страны, да хоть он из Занзибара, если он говорит, говорится по-русски, то есть со мной на одном языке, мне как-то далеко до лампочки, соблюдает он политику там партии или нет. Вот. А некоторых приходится просто отправлять, как говорится, на учебу. Ну, человек, ну, не понял, человек пишет. Вот посмотрел он видеоролик и не понял. Ну, вот ему уроки для начинающих. Иди учись. Учись там, сходи на форум, пообщайся с людьми.
Вот. То есть бывают разные комментарии. Вот. Ну, это вот опять-таки к вопросу, значит, о сборках, о том, что, значит, вот сборку человек уже не может найти. Просто потому и не может найти, что часть города пришлось удалять за, скажем так, неимение места. Но в то же время вот хочу заострить ваше внимание. Хорошо, вот столько много людей посмотрело канал. Не всем, конечно, но многим, допустим, понравились там видеоролики, понравился сайт, все по полочкам разложено, всегда можно посмотреть там последние новости и так далее. Ну, кто такой щедрый у нас? Я для него отдельный видеоролик сделаю, что человек нам взял и подарил кладовочку там на Яндекс или на Mail.ru, я не знаю где. Вот. Что там, допустим, на 100 гигабайт. Туда бы, как говорится, очень много чего бы влезло. Есть такие храбрые? Как конфетку бесплатную просить? Ой, да она у вас кислая, я люблю с горчинкой. А вот, пожалуйста, для общества-то поработайте сами. Кто-то кладовочку найдет. Ну, а кто нам найдет нормальных, хороших спонсоров? Именно, так сказать, русскоговорящих людей, которые смогут, допустим, на регулярной основе там поддерживать наш сайт. Если им какие-то будут необходимы документы, там, подтверждающие, что человек там перечислял какие-то суммы на благотворительность, ради бога, и документы будут, у нас все открыто. Да? Вот подумайте над этим. Потому что сообщений много, но мне порой начинает, значит, это уже напоминать так, что вот человеку показали, рассказали и дали, как говорится, вот сборку, ну, на тестирование. Так он сейчас еще, а мне вот это не так, а мне это не так. Ну, пожалуйста, идите на сайт, посмотрите уроки, возьмите сами сборку, скачайте, сами ее настройте. Тут и дело, что на сайте прямо система дана, как поэтапно взять сборку и настроить. Чего лениться-то? Ну ладно. Хватит там до самой плакаться. Значит, просто порой думайте о том, что вы пишете. А те, кто пишет там откровенную, как говорится, чепуху, ну, я, естественно, эти комментарии я их даже и не запускаю. Вот. Ну, на некоторые просто глаза закрывают и говорится, ну что, ну человек что-то там не понял, что-то там у него не работает, ну ладно. Вот. Ну, вообще-то, очень часто такие. А у вас сделайте обзор по такой-то, допустим, операционной системе. Послушайте, у каждого есть личное время, и оно, как говорится, не 24 часа, как говорится, в сутки, и не 7 дней в неделе, и не 365 дней в месяц. Вот здесь даны основы. Пожалуйста, вот сайт, вот форум. Учитесь на сайте, общайтесь на форуме. Посмотрите, где тут что-нибудь по-английски написано. Все для русских людей. Ради бога. Так что вот давайте всем миром и помогайте, коли уж, как говорится, вызвались это самое критиковать. А вы помогите. Вот. Ну ладно, как говорится, с другой стороны, может быть, я бы никогда этот видеоролик-то не сделал. А вот идея-то мне показалась здравой, что елки-палки, а почему бы действительно, ну, может, найдется там в России или еще где-то пара нормальных русскоязычных людей, которые, как говорится, заинтересованы там вопросами там просвещения, там культуры и так далее. Пожалуйста, поддержите нас сайт. Будем только рады. Для этого всегда можно со мной связаться. Нет проблем. Все вопросы, как говорится, обсудим, утрясем. Вот. Ну, а тех, кто, говорится, готов поделиться кладовочкой хороших размеров, там, гигабайт на 100, очень было бы даже хорошо.
Вот так, люди, всем миром надо делать-то. А не тянуть каждый на себя кусочек и только на себя урывать. А так, в принципе, уже сейчас, понимаете как, образовалось очень хорошее сообщество. Потому что буквально за год, значит, только вот благодаря одному моему маленькому каналу, а их несколько на Трубе, вот посмотрите, сколько людей посмотрело ролики-то. Смотрите, сколько подписалось. А я знаю людей, которые, значит, у них и больше подписчиков, там, и просмотров, и так далее. Мы за этим мы не гонимся. Просто делаем свою работу, там, я выбираю тему, которую считаю актуальным. А если я там буду идти у всех на поводу, а вы сделаете обзор там по такой-то сборке, по такому-то дистрибутиву, ну что, ну, тогда, я не знаю тогда, как я буду там свое личное время там планировать, понимаете, да? Поэтому дареному коню зубы не глядят. Все, что есть, это то, что я могу дать. То, что, как говорится, тут я, значит, извините меня, ни копеечки не имею на меги, я вам показал. Вот еще раз, значит, смотрите. Осталось только 15 гигабайт. А можно было, конечно, оставить там Дебяновский, там сборки, много чего. Но я как-то подумал, когда посмотрел на статистику сайта, думаю, ладно, оставим самое необходимое, потому что моя задача не к сборкам вас приучать, а вот к чему, чтобы вы посмотрели уроки, посмотрели, как это дело делается, и сами ручками там смогли что-то там покопошиться и себе свое сделать. Понимаете как? Вот таким вот образом. Короче, вот теперь к вам уже две просьбы. Первое, значит, кто такой щедрый и богатый, поделитесь кладовочкой там или на Яндексе, или на Mail.ru, я уж не знаю где. Вот. А у кого-то, значит, есть хорошие, допустим, там знакомые или просто знакомые, ну, нормальные спонсоры. Да ради бога, отсылайте их к нам, будем договариваться. Можно даже там их рекламку сюда размещать и именно указывать, что вот, допустим, такая-то фирма является, значит, нашим официальным спонсором и обеспечивает, как говорится, жизнь нашего, значит, веб-сайта там, поддерживает авторов материально. Вот. Ну и только рады будем. Кто-нибудь когда-нибудь над этим задумывался? А у нас ведь есть люди, которые нам кто сколько может там смело по нитке переводят деньги-то. Кто-то 50 рублей кинет, кто-то там 100. Ну, мы же никого там, извините меня, из кошелька никого не тянем. Есть у нас раздел финансы. Заходите сюда. Ну, вот у нас, пожалуйста, смотрите, два человека из России и один из Украины. Люди им помогают, чем могут, потому что сами увлекаются Linux, им это дело нравится, помогают. Ну, так вот, чтобы у нас был какой-то на постоянной, скажем так, основе нормальный, хороший финансовый спонсор, пока этого нет. А сколько миллионов людей живет в России и по всему миру? Ну вот найдите мне такого. Я к вам обращаюсь как автор. Модератор сайта Сергей из России обращается к вам как модератор. Сергей из Украины, как создатель вот этого сайта прекрасного, обращается к вам. Давайте навалимся всем миром на эту проблему. Ну ладно, хватит плакаться.
посмотрим, чем это дело закончится. Я думаю, что к этой теме я, через которую некоторое время вернусь, и постараюсь вам рассказать о результатах. Значит, как связаться? Значит, вот, пожалуйста. Допустим, как поддержать меня, вашего, как говорится, любимого? А кто от вас что скрывает? Живете в России? Вот, пожалуйста. Вот можно перевести на Яндекс кошелек. Ну вот на Вебмани я сейчас даже не знаю. Может быть, на рублевый это и пойдет, и я тогда смогу его перекидывать там Сергею для оплаты сайта. Вот. Ну, координат-то есть, никто не скрывает. За рубежом тут живет. Да ради бога, вот. Вот карточка Visa, имя и фамилия. По всему миру больше ничего не надо. Хочет банковским переводом? Пожалуйста, данные есть. Ну, а теперь подумайте. Ну, ладно. Значит, смотрите сами, думайте сами. Просто, когда что-то там, какие-то претензии пишете, а вы на себя-то посмотрите. Ну, а вы-то хоть чем-то, хоть полкопейкой-то помогли? Ой, ну ладно. Которые не жалуются, не ноют, а ну, нужен совет реально, попросит совет. Вот, без всяких там обвинений, там еще что-то. Ну, непонятно, попросили, смог, помог. Вот. А так, да, там-то все, там-то, ну, понимаете, что я имею в виду. Ну ладно, поплакался я вам, иногда это тоже нужно будет, чтобы людей немножечко пронять, чтобы поняли, что хоть оно и делается все, кажется, даром, и цель хорошая, но в то же время и сами будьте людьми. Сможете помочь? Помогите. А вот результатов я вам сообщу через какое-то время. Какова широта души русской в реальности. Ну ладно.